Игрушки занимают важную роль в жизни ребенка. Именно они позволяют подготовить малыша к вхождению во взрослый мир и помогают в нем быстро адаптироваться. Планшет для рисования светящихся рисунков Magic Pad – лучшая игрушка для маленьких непосед. Планшет для рисования Magic Pad – источник нескончаемого вдохновения. Ребенок может рисовать что-то новое снова и снова. При этом вам не придется тратить деньги на покупку новых альбомов или бумаги. Планшет для рисования Magic Pad способен занять ребенка на долгое время. Ведь эта игрушка не похожа на другие доски для рисования. Рисовать на этом планшете можно бесконечное количество раз. Достаточно аккуратно удалить с доски старый рисунок и добавить новый. Планшет сделан из качественных материалов, поэтому ваш ребенок сможет использовать его долгие годы. Рисуя буквы и цифры, ребенок закрепляет навык письма. Также у него совершенствуется моторика и координация кисти. Пока ребенок занят рисованием, вы можете спокойно заниматься своими делами. Необычный подход к детскому творчеству способствует тяге к созданию нового. Игрушка изготовлена из гипоаллергенных и нетоксичных материалов, это 100% экологично и безопасно. Magic Pad можно использовать как ночник. Включите планшет, и ребенок сможет быстро заснуть без страха темноты. С помощью планшета для рисования Magic Pad создать сказку очень просто. Ссылку на планшет для рисования Magic Pad смотрите в описании под видео.